Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко. Если вы искали, как похудеть и снизить вес эффективно, правильно, то я, диетолог Борис Скачко, могу вам в этом помочь. В этом видео вы это узнаете. А также вы узнаете, как одновременно со снижением веса улучшить состояние кожи, волос, ногтей, избавиться от вздутия живота, укрепить иммунную систему, не попасть в депрессию. Ну и самое главное, очень важный компонент, который останавливает многих на пути снижения веса, это развитие запора. Очень многие диеты для похудения, к сожалению, этим осложнением страдают. Но в этом видео вы узнаете, как и вес снижать, и вот те бонусы получать, и запор, чтобы у вас не развился. Потому что неизменным следствием запора у мужчин и женщин обостряется геморрой, у мужчин простатит дополнительным бонусом. Иными словами, эти все события могут быть, если вы не знаете, как худеть правильно. И, пожалуй, самый простой способ снижения веса — это приготовить правильно имбирный чай из корневищ имбиря. Это великолепная возможность улучшить работу вашей пищеварительной системы, правильно переварить белковую пищу и постепенно, никуда не торопясь, снижать вес. При этом не будет страдать ваша иммунная система. Иммунитет у вас будет крепкий и надежный. Будет хватать белка для кожи, волос, ногтей. Там не появятся неприятные события. Естественно, мозг получит полноценное питание, и депрессия вам уже угрожать не будет. Ну и другие бонусы вы получите. Но что делает имбирь? Одна из особенностей действия имбиря — он усиливает кровенаполнение в органах малого таза и может вызывать обострение геморроя либо простатита, а также вызывать запор. Пища ведь лучше переваривается, и меньше продуктов непереваренных попадает в толстый кишечник, соответственно, меньше раздражений и запор может быть. И здесь вы можете диету для снижения веса прервать, если вы не знаете еще один секрет диетолога. А именно, я бы советовал вам правильно приготовить семена льна. На моем канале есть несколько видео про семена льна. Я советую вам сократить поиски правильного решения. И не советую вам принимать кашу из семян льна. Не советую принимать вам готовить кефир с семенами льна для похудения. Настой на водяной бане также достаточно вреден в этих условиях. А только холодный настой из семян льна может вам помочь. Как вам это все делать правильно? Для имбирного чая вы готовите и пьете имбирный чай до еды. И на моем канале есть, сейчас вы видите ссылку на это видео, 24 способа, как приготовить имбирь правильно, в зависимости от индивидуального уровня вашего здоровья. Разные способы есть. Разные компоненты усиливают действие имбиря на снижение веса. И нужно выбрать лучший для вас. Я имею в виду не по скорости снижения веса, а по безопасности. Именно это основная тема вот этого видео. А как же приготовить семена льна? Холодным способом. Такое видео есть. Показывать не буду. Ссылку вы сейчас увидите. Заливаете семена льна холодной водой. И используйте, если имбирь до еды для улучшения пищеварения, то семена льна после еды. Количество зависит от особенностей работы вашей пищеварительной системы. Постепенно увеличивая количество слизи из семян льна, вы ускоряете продвижение каловых масс, переваривание которых обеспечивает имбирь. Иными словами, вы получаете все сразу. И снижение веса, и укрепление иммунитета, и пищеварительная система работает хорошо, и от вздутия вы избавились, ну и запор у вас не развился. Иными словами, положительные моменты есть. И вопрос, когда вы достигнете той точки по снижению веса, которую вы хотите, это уже, как говорится, ваш выбор. Но напомню, что спешка нужна только при ловле блох. Поэтому торопитесь медленно, худейте правильно. А если вам нужно больше информации, как правильно питаться, как правильно готовить разные продукты питания и напитки для вашего здоровья, набирайте кулинарный канал диетолога Скачко, и вы увидите сотни видео на эту тему и можете свое здоровье улучшать наиболее правильным способом. Главное, не рискуя своей жизнью. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, я думаю, что лайк на это видео можно поставить. Можете выразить свое мнение в комментариях. Возможно, вы уже пробовали разные диеты для похудения. Они вас остановили из-за того, что развился запор. Просто вы не знали секрет диетолога Скачко. Как правильно использовать семена льна для профилактики запора. Возможно, вы не знали, как правильно приготовить имбирный чай. У вас возникли некоторые особенности, осложнения. 24 способа. Из этого можно выбрать, в зависимости от индивидуального уровня вашего здоровья, лучший для вас. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» — это YouTube, а также «Школа доктора Скачко» в Instagram.